С начала года на территории Коми произошло 620 пожаров, на которых погибло 35 человек. Еще 14 получили травмы. Об этом сообщил глава регионального управления МЧС России Алексей Пархомович на брифинге по итогам работы ведомства за первое полугодие. Произошло у нас 29 природных пожаров на территории Республики Коми. Площадь, пройденная огнем, 93,89 гектар. Это что в аналогичном периоде прошлого года было 69 пожаров. То есть у нас на 40 пожаров лесных в этом году меньше. Ну и, естественно, площадь на 58% меньше, чем в прошлом году. Ну и погода, вы сами видите, способствует нам, чтобы данные лесные пожары, данный риск сезонный у нас не возникал. На водных объектах в прошлом году зарегистрировано 42 происшествия. За 6 месяцев этого года 20. Погибло 15 человек, среди них один ребенок.